абсолютным лидером по популярности на отечественном телевидении. 9 миллионов подписчиков в Инстаграм, бешеные рейтинги, первое место по скачиваниям треков в iTunes. И все это она. Ольга Бузова! Как вам сюрприз? Ничего себе! А? Ольга, добрый вечер! Да поаплодируйте, Ольга, она бросила там посиделки, приехала к нам. Встречай, Сан! Привет, Ольга! Привет, Фокус! Ну что? Сбылась мечта, да, так сказать. А можно вот, вот отдельно вот это подснять? Подснять? Можно будет? Что ты хочешь подснять? Одежду или зал на телефон? Потому что все первое ты уже чуть-чуть сделала, Ольга, я хочу открыть тебе тайну. У нас в гостях Оля Бузова. Оль, садись. Здравствуйте. Оль, пожалуйста, здрасте, садитесь. Ну здрасте, что? Иван. Здрасте, Ольга. Ну расскажите, пожалуйста, Ольга, как вы добрались? Я добралась. Да. Каким хорошо видом транспорта? Олечка, да. Докуда? Докуда? Вот это вопрос запомните, Олечка, потому что этот вопрос вам откроет многие двери. Просто докуда? Докуда это вы, когда на вас смотрим, хотим спросить, докуда вы это будете все? Докуда? Доколи, это так пишут на письмах Баскову фанаты. Доколи. Ольга, мы хотим, несмотря на то, что в обществе создан непонятно кем. Олечка, вы улыбаетесь, у вас вы как ели бриллиант, у вас остался бриллиант на зубе. Вы имплантировали бриллиант в зуб. Вань, а ты можешь, как все жители Петербурга, поцеловаться с Ольгой и бриллиант, чтобы перешел в твою руку? Я-то, знаешь, я боюсь, если честно, знаю Ольгу, моя челюсть останется у нее. Ты имеешь в виду принцип Анечкова моста? Мои резцы уедут на лобное место. Пожалуйста. Оль, а вот скажи, вот мы сейчас сидим как в Доме 2. Черт с ним, с этими новостями. Почему давай костер разведем. Давайте костер, даже не было комфортнее как-то. А зажжем кого-нибудь. Ольга, кого нам сжигать? Добрый вечер. Давайте-ка лучше расскажите нам. Но правда, вот вы... В обществе я хочу сказать, что создан идиотский стереотип. Я вот хочу об этом поговорить. Давайте. О чем? Об идиотском стереотипе. И значение этого слова. И значение этого слова. Значит, создан стереотип, что ведущие «Дома-2», это речь идет не только о Оле Бузовой, там Ксения Бородина есть и другие ведущие, что и вообще «Дом-2», и вообще все это движение, это недалекие люди, которые не обладают интеллектом. Это я вообще в шоке вообще. Я сам в шоке. 13 лет в шоке. 13 лет в шоке? Это тяжело. Это какой-то коттеджный поселок? Оль, поэтому мы хотим, вопреки вот этим домыслам, это наговоры и поклёп, и клевета. Мы хотим с Ольгой обсудить настоящие серьезные новости, да, и без ха-ха, и хи-хи. Там в зале не надо так себе пригласили. Серьезный человек у нас в гостях. Вы насколько хотите, давайте. Мы начнем, Оль, и будем комментировать серьезные, да, вместе с вами новости. Без вот этих вот, опа, це, вот это все, не опа, надо все клички цикала перечислять. Если опа. Да. Ну, мы хотели обсудить новость про встречу Трампа, да, Трампа и Меркель. И Ангелы Меркель. Это главная международная новость последних дней. Да, да. Дональд Трамп встретился с Ангелой Меркель и попросил у нее, чтобы она вернула, чтобы Германия вернула 375 миллионов долларов. Миллиардов. Миллионов, Саш. Миллиардов. 375 миллионов ты должен за коммуналку потратить. А там миллиарды. 375 миллиардов долларов, которые Германия должна НАТО за вложение в безопасность Германии. Вот. Вот хотим это обсудить. Это очень серьезно. Конечно. Что ты думаешь? Олечка, вам нужно вести свою аналитическую программу какую-то. Вы фантастически комментируете. Вместо Пушкова. Да-да. Ольга и Владимир Соловьёвы, ты имеешь в виду вот этот вечер на РТР?